Виктор Медведчук, насколько мне известно, занимается, в частности, судьбой Надежды Савченко. Он встречается периодически, насколько мне, опять же, известно, с ее сестрой. В принципе, я с ней общался. Но это тот самый случай, который, о котором я говорил при обмене пленных. Да? Есть человек приехал, и об этом можно говорить. Или можно сказать, что человек занимает. Ну, пока нет результатов, давать какие-то обещания, это неправильно.